Предлагаю вашему вниманию репортаж о фотосессиях, которые приготовили наши корреспонденты. Вот, отлично. И замри, сейчас будет два разных плана. Ага. Люди, еда, пейзажи. Тимофей Таран уже более 8 лет смотрит на мир сквозь призму объектива. Для него фотография не просто слово или новомодный тренд, а способ показать привычные вещи под другим углом. Это необычные кадры, возможность экспериментировать, творить, создавать какие-то шедевры. Это творчество. Яркий макияж и чувственные позы. Стилизованная фотосессия расслабляет и погружает в творческую атмосферу. Это больше связано с какой-то душевной связью. Ты раскрываешься как в разных образах, как личность, и ты можешь быть и нежной, и злой, и страшной, но при этом это все ты должен сделать красиво и с душой. Камера, вспышка, щелчок. От одного лишь вида фототехники человек может закрыться или засмущаться. Сутулость, опущенная голова, натянутая улыбка – то, что в первую очередь портит кадр. Часто на снимке мы видим совершенно не тот образ, который наблюдаем в зеркале. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять несколько рекомендаций. Встаньте в полоборота, откройте шею, лицо и улыбнитесь. Локации можно выбирать в зависимости от пожелания и цели съемки. Холлы отелей, заброшенные здания, парки и скверы – одни из самых выигрышных вариантов для фотографии. Когда меня фотографируют, я раскрываюсь, мне это очень нравится, я просто как бунтарка какая-то становлюсь, мне это очень нравится. А говорят наоборот, зажимает камера, у тебя, то есть, получается другой процесс. Да, у меня это наоборот, как бы люди, они в жизни, они такие прям, ой, ну наглые, да, чересчур, а при фотографиях они сильно зажимаются, а у меня все наоборот. Чувствовать себя в кадре легко, реально. Сегодня научиться искусству фотографии и даже позингу можно в специализированных школах, курсах, просторах интернета. Это работа творческая, это искусство, это прекрасно, это целый мир, потому что фотографы могут изображать прекрасных людей в том образе, который вам нравится. Это продается, это красиво, это мода, это фэшн. Радость и печаль, взлеты и падения, праздники и рабочие моменты. Фотография останавливает и фиксирует самые ценные моменты жизни. Ирина Барилюк, Артем Баранов. Утро нового дня.